Здравствуйте, дорогие болельщики, дорогие любители футбола. Меня зовут Егор Дергачев. Я рад приветствовать каждого из вас в своем видеоблоге. Лига Европы у нас на повестке дня, поединок во Франции, где местный Лион будет принимать Эвертон. Лион, ну, для кого-то неожиданно, для меня, в принципе, вполне ожидаемо, учитывая форму Эвертона. Обыграл эту английскую команду в предыдущем туре на выезде 2-1, ну и сейчас французы будут играть с англичанами дома. И я думаю, что сюрпризов не произойдет. Лион должен выигрывать, должен спокойно набирать 3 очка, ну и, по сути, уже готовится к следующей стадии, уже стадии плей-офф Лиги Европы. Я не буду вдаваться дальше в подробности, просто чистая победа Лиона. Коэффициент 1.70, мне кажется, это весьма неплохая ставка, присмотритесь в обязательном порядке к ней. И если вы согласны с моими доводами, вернее не с доводами, а просто с моим прогнозом, то поставьте лайк и подпишитесь на мой канал. Добавляйтесь ко мне в друзья ВКонтакте, вступайте в мою группу ВКонтакте по ссылочкам, которые вы найдете в описании этого ролика. А чуть ниже, в комментариях, пишите свои варианты ставок и свои просто мысли по поводу матча Лион-Эвертон.